Блин, а чё на это? Грёбано. Бро! А ну! Выехал. Жара лопанула. Наконец-то, блин, закончилось. А нет. Ой, жарко.
песчаная дюна. Это вам не, ой, не детский сад. Слишком. Фух, попробуй проехать. Слишком. Раньше она была не такая. Песок. О. О. Фу, блядь. Я смотрю. Фу. Наконец-то. Закончил. Да, блин. Чтобы вы поняли, сейчас такая жара вот. Полчаса назад. Так хорошо было. Сейчас зарабатываю. Наконец-то вроде выехал, да, с этой дюны. Ой. Блин, раньше там как-то было, не было столько песка, на карту ставила была дорога. А сейчас, блин, такая дюна, что, ну, в принципе, велосипеда позволяет ехать, но у меня нету столько физически сейчас, как бы это сказать, жарко. Ну, физически силы, что ли, по таким пескам ехать. Да плюс заранее надо было переключиться на самую маленькую передачу. Первую. И нормально. Я просто раньше она была какая-то, ну, тут не было столько песка, тут было грубая накатистая, это как его, глина. Чуть бы не так. Опять песок, да что ж такое? Я месяц назад ехал. И
песка столько не было. Сейчас какая-то... Рано, бля. О, поеду сюда. Лажа. Откуда он тут взял песок? Всю жизнь была такая накатистая глина. Горочка. Я люблю. Да и на этой горе тоже было глина. Черт, она моя. О! Скорость тоже понадобится. Я люблю мать. Скорость. Большую. 200 км в час. Шучу. Так, так, я в подаю еду. Слишком жестко. Я поеду. Постараюсь сюда. Такая, знаете, пешая вала прогулка тут. Я никуда не спешу, сейчас лупит пар такой жаркий, что глаза аж потеют. Что? Пробую. Даже в лесу очень что-то душно. О! Твердая дорога.